Москве. В санатории «Сахарный ключ» взрослые и дети зажгли на конкурсе «Стартин». Тематическая смена «Шаг вперед» собрала юных звезд от 8 до 16 лет из Приморского и Хабаровского краев. Здесь они познали азы танца. К этому конкурсу ребята готовились около недели. С ними даже работал профессиональный хореограф, с которым поставили один танцевальный номер в качестве примера. Ну а дальше ребята сами фантазировали, подбирали музыку и придумывали движения. На самом деле «Стартин» — это очень волнительное мероприятие для нас всех было. Это куча эмоций от детей на сцене, очень большой заряд бодрости и энергии на весь оставшийся вечер. Дискотеку зажжем, все будет круто, классно. В этом конкурсе дети не просто танцевали, но и состязались между собой. Команда «Макарена» стала лучшей в этом деле и заняла первое место. «Стартин» — мероприятие, в котором все танцуют. В принципе, смена посвящена танцам. Поскольку танцы – это один из драйверов здорового образа жизни, мы пропагандируем это здоровье в ряды молодых людей. Смена «Шаг вперед» подходит к концу, но она не последняя в этом году. Перед началом нового учебного года у ребят еще есть возможность отдохнуть в санатории «Сахарный ключ».